Всем привет! Мы на прогулке, гуляем с дочей. Куда мы путь держим, Димуля? Путь? Да. Ну, в кафе, в ресторанчик. И подстричься тебе надо. Ну и подстричься. После замечательной прогулки пригласил своих принцесс в семейный ресторан. Наш первый выход, доченька, в ресторан. Мы заказали вкусности, свежую еду. У меня любимая ест вкуснецкий, вкусный бутерброд. Этот бутерброд называется брускетта с овощами. Да ладно. Я вот с тобой. Серьезно, что ли? Готова поделиться. Я вот с тобой. Серьезно, что ли? Готова поделиться. Слушай, где наши котлетки на с индейки? Я не знаю, где наши. Картошечка, пюре. Я так проголодалась. Я тоже проголодался немного. Доченька наша уже покушала, мама покормила ее. Вот она, наша дочь. Любимая, но бутерброд брускетта, конечно, был очень вкусный. Да, согласна. Вот нам принесли котлетки с индейки на пару. Покажи, девочка, сейчас будем кушать. Я уверена, у Димы овощи с грибами, у меня без грибов. Мне грибы нельзя, я грибы не ем. Ну что, друзья, всем приятного аппетита! Принцесса моя, расскажи про свой рацион. Рацион питания? Рацион питания, да. Что я себе заказала? Я заказала котлетки на пару, овощи. Вот, покажи. Еще принесут котлетки с пюрешкой. У меня правильное питание, я кормлю грудью доченьку. Поэтому, чтобы молочко было жирное, сладенькое, вкусное, нужно правильно питаться. Практически на диете. Thank you.